Всем привет, друзья! Вы на канале Индиго, и сегодня я вам хочу рассказать про один мой интересный бой на Т-57 Heavy, в котором я взял мастера. А как он мне достался, вот это было интересно, потому что я сам не ожидал, что я возьму мастера. Давайте посмотрим на этот бой и все-таки определим, заслужил я мастера или нет, или все-таки этого было недостаточно. Потому что, как мне показалось, ну, бой не тянул на мастера, хотя мне его дали, и довольно-таки я был в шоке. Давайте посмотрим. Хэвик весь в апельсинах, точнее в мандаринах. Опа, один ребр откололся. Блин, все мимо. Все мимо, просто все стреляют мимо. Это как? Я пятого два раза на гусли поставил, а толку ноль. На тебе с подпалом, парниша. Лови, лови. Как тебе, нормально? Отлично. Я вижу, тебе нравится. И в ангарчик тоже нравится уходить. Я на КД, ребят. Я КД. Я КД. Десятка одна откололась. Фугасом просто, из 7 фугасом стреляет, молодец. Е4 бессмертный. Е4 едет бессмертный.
Да, все-таки меня убили. 5200 накидал. Так, ребят, вот он результат нашего боя. Мастер. Значит, накидал 5200 урона. 1234 опыта. 1600 насветил. Как вы считаете, заслуживает этот бой мастера? Либо все-таки не дотягивает? Пишите ваше мнение в комментариях. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал и смотрите самый крутой контент World of Tanks. Всем спасибо за просмотр и до встречи!